Может, ты бросить маркер, а потом поставить. Ну, он правильно спросил. Ты можешь одновременно их выбрать. И наоборот, ты не а то есть получается, что маркер всегда сидит. По сравнению за это. Вопрос марки все равно какой? Свободно. В первом случае. Второе упражнение, когда он сидит. Может быть, надо следить, пока заяц в воздухе, тогда выполнить первое упражнение. А если заяц сел, то... Временные рамки. Значит, начало вашего взлета по команде, окончание взлета через 5 минут после взлета зайца, штраф 50 очков за минуту, зачетное 200 метров в зону. Зачетное время всего задания 9:00. Московская общая. Так, подойдите, возьмите маркеры. По своим номерам. Вот видите, как ломанулись, так и на старте. Штаб откуда? Саму штаб, я даже могу зайти как-то. Лучше пальцем ткните. Пальцем ткните. Стадион, да? Или подром? Да здесь у тебя карта такая, что... Какая карта? Чего тебе карта наша не нравится? Где мы живем? Ну как на заправку ехать? Где дорога на заправку? Вот старт. Так, где мы находимся? Мы находимся где-то вот здесь. Нет. А, вот здесь, да, значит. Вот оно поле. Вот это поле. Ну, заезжаем через центральный вход же, да? Нет, не через центральный. Вот съезд вот с этой дорожки. Мы все вместе же поедем, да? Да. Тут езды ровно 30. Меняется, никто за зайцами не гонится, да? А тот же Настин хребет, вон он! Олег взял и закрыл этот героический поступок. Ого!
Так, ну тут надо, ребят, все не разобраться. Три зеленых листа, это разрешен.
Олег, развернись, еще раз говорю. Вот и не отворачивайся, вот стой вот так. Ты на фото нас. Держи, держи так, держи. Нет, сейчас просто. Сань, сейчас перейдешь. Первый отрыв произошел. Все, выгружай балласт. Полетай. Пока не плохо. На лицах все написано. Ладно. Без таких комментариев, прошу тебя. Помните нас на дорогу, Саня, на дорогу. Да ты сейчас улетишь, я тебя пущу. Да? Конечно. Я встаю. Да тебе кажется так. Ну вот так. Пользуясь случаем, передаю привет Игорю. Тем, кто остался в гостинице. Да. Мы нас теряем. Слушай, Олег, блядь, надо оставить на земле. Не надо. Ну рот закрой, вот, вот я уже грубо тебе говорю. Ну, воздержись, ну правда. Ну. Давай по дороге. А я видеорегистратор. Да, да, да. Нет, это у них, они сделали камеру специально. Картинка какая. Сейчас они пойдут все низко здесь. Так. На камеру привет!
прошел нормально. Вот теперь можете сказать это. Мы рады. Что произошло, ребят, вообще? Ой. Вы не поверите. Мы взлетели на огромную высоту. И продержались там несколько часов. Он не может сказать, да? Вот. Не, а потом аккуратненько так приземлились. Все живы-здоровы. Вообще, физкульт, привет. Не, реально, на самом деле, удивительное ощущение и интересно. И когда количество шаров, сколько, 7, да, 8 было? 9. 9 вообще. Ну, нереально красиво. Еще и волнительно, и летишь, и видишь там людей, как этих, и груши даже видишь на деревьях. Люди тебе машут рукой. В общем, лучшие, ну как, лучше гор могут быть гор, как гор, а тут шары. Вообще вот так. И главное, люди кругом. Не, за шар стало страшно, если честно. Что? Вот он. 75. Вот. Как десантники же, они вот так раскидывают руки от стропа, раз и отлетел. А тут чем? Корзина отталкивается. Олег пытался ногу... Отойди, говорю, отойди. Пилоты сказали, не трожь. Не надо. Это наш бери. Ну, немножко тут надо докуривать. Все живы? Абсолютно. Здоровы? Еще как. Наливай. Да. Еще как. Да, кужба. Кужа. Да, же. Да, Игорь. Просто Игорь. Игорь, там внизу, ну, можем. Да, Игорь, да, еще не такой старый. Это Олег у нас древний. Да. А у нас Константиновский, да? Да, Константиновский. Это Константиновское село? Константиновка. Константиновка. И пиши, что граф... Да, Кужба Константиновский. Да. А, Людовик 16, да, завел? Сейчас все расскажет. Нам уже сказали. 14. Что мне делать? Вам ничего. Потом. А вы будете подбегать ко мне к ногам. Пошла. К нему. Давай, я. Почему? Так вместе с шаром картошечку подбросили туда с клубнями, да, так второй на пассажир. Зиму хватит. Второй пассажир, который не Игорь. Куличенко? А, Один момент. Рэд, просто скажите фамилия, имя, отчество. Ку, да. Ку. Куличенко. Ку? К. Куличенко. Куличенко. Ко. Олег. Александрович. С отчеством, да? Да. А Игорь, как его? Сергеевич. Главное предназначение вас, знаете, для чего вас брали в полет? Ну да. Чтобы было чем придавить шар. Поехали. Ну вы научите мужиков, как правильно задавливать. Придется ему, Викторовна, придется ему машинку купить. Здесь. Придется нам с тобой ручками это делать. Нет, там ручками не это. Прямо. Надо сюда идти. Ну теперь проинструктируйте, что они должны сделать. Ну попами сядьте, да придавите все, ну что вы, не дождаться коленками. Ну
вытягивать, да. Не хорошо? Нормально. А что-то будет. Эти мы знаем, что есть. Ой, эти доставать надо. Вот так, да, о, вот так. В принципе, историю все вам рассказал в полете. Ну, повтори. Вот. Для тех, кто повторите, будет смотреть. У всех воздухоплавателей России, не знаю, как зарубежье, есть традиция посвящать в аэронавты тех, кто впервые совершил свободный полет на тепловом аэростате. Весь обряд состоит из элементов, которые взяты из истории. Поскольку раньше аэростаты летали и для того, чтобы наполнить горячим воздухом оболочку, в корзине жгли костры, солому, шерсть. Естественно, находясь около костра, всегда были подпалены ресницы и волосы. Поэтому в обряде есть такой элемент, когда мы поджигаем у вас волосы на голове. Той зажигалкой, которую мы поджигали горелки. Вот из истории известно, что когда однажды в полете случился пожар, а каждый полет это был праздник, поэтому в полете еще был ящик шампанского. Пожар тушили шампанским. Поэтому мы вот волосы поджигаем у вас на голове и, естественно, тушим шампанским для того, чтобы вас приобщить к этому красивому делу. Вот. Кроме того, сегодня мы вам присвоим графские титулы. Это пошло с полета Людовика XVI, который, поднимаясь с аэронавтами, испытал большой восторг и от этого восторга сказал: «Господа, я жалую вам графские титулы, и земли, которые вы видите, принадлежат вам». Но когда они поднялись еще выше, то он увидел, что земли слишком много видно вокруг. И добавил: «Земли ваши, когда вы над ними пролетаете». Поэтому сегодня вручим вам соответствующие документы, которые подтверждают ваши титулы с сегодняшнего дня. И вы будете полноценными воздухоплавателями. Так, прошу вас, где у меня? Буду поджигать. Здесь самая романтика начинается. Да. Надо было все-таки. Вы хотите сказать, что не графское это дело грузить корзину? А? И начнем. Так. А где у нас фотографы? Зачем? Ладно, вот они все. Так, готов? Готов? Готов. Завоняло. Соленые волосы. Внимание, так. Горю, горю! Так, лежим, лежим. Ну, ля, у меня кое-что еще осталось, а? Облизываем. Стас, фоткай на фотик. Я все сделал, даже огонь. Я думал, что я достаточно сильно проспиртовался. Я пожар может быть. А теперь представляешь, пьет. Тебя останавливают и объясни, что ты не пил. Еще один элемент, который я вам не рассказал. Вот этот вот фал, если вы заметили, он все время был у нас в корзине. Он называется гайдроп. Это спасательный фал. Да? Так, где у нас оператор? Вот этот фал, который висел все время на корзине, спасательный фал, который называется гайдроп, он предназначен для того, чтобы там в случае нештатной ситуации, ну, использовать его, например, сели мы на лес, ну, чтобы спуститься из корзины на землю. Вот. Этот фал никогда не использовался по назначению, надеюсь, никогда не будет использован. И поэтому он является счастливым фалом. Я должен этим фалом отходить вас по тем местам, откуда ноги растут, для того, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству благополучных посадок. И не только в авиации, а вообще в жизни, как бы высоко вы ни летали, всегда было все благополучно и успешно. Поэтому с этого дня у вас жизнь изменится. Помогите! Ой. Мама! Ой. Надо, Федя, надо! Отлично! Завтра Телетекст Плюс покажет эти кадры. Не, вы сидите как в
Эй, мама! Ой, мама! Можно туда вставать? Смотрите, нет, можно вставать. Не надо. Все. Так. Кому будем? Игорю или Олегу зачитывать полностью? Игорю. Хорошо. Значит, зачитаю. Настоящий сертификат подтверждает, что Кузьба Игорь Сергеевич совершил свободный полет в течение 75 минут на тепловом аэростате АХ-8 «Мечта» с подъемом на высоту 1000 метров. В течение всего полета пассажир вел себя достойно, проявил черты отважного романтического экстремала, за что ему по традиции присваивается графский титул «Граф Кузьба Константиновский». В соответствии с присвоенным титулом графу жалуются во владение все земли в радиусе 10-кратно превышающем высоту полета в окрестностях места посадки с координатами 44 градуса 2 минуты северной широты и 43 градуса 10 минут восточной долготы. Права на владение землей наступают при условии подъема на высоту более 10 метров над поверхностью своего имения. Обряд посвящения в аэронавты пройден в полном объеме. Командир экипажа аэростата АХ-8 «Мечта» пилот Александр Весловодов. Я вас, граф, поздравляю. Спасибо. Ура! Держите. И новоиспеченный граф Куличенко Константиновский. Поздравляю вас, граф. Спасибо. Шампанское. Ура! 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 Спасибо! Спасибо! Вот ты тупая, мама. Я помню. Давайте где помягче. Во! Еще тоже что-то головой по десантке. Остался последний штрих. Крайний штрих. Это центр вашего имения. Нет, надо забить. И чужие огороды. Ну, мы немножко. Тихо. И вас заснимут. Опа. То есть в центре вашего имения. Забивайте. Мочи. Беды. Потом мы ее вытащим и, конечно, уберем. Запоминайте это место, но у вас есть координаты. Продолжай. Ну, наверное, достанется. Да не с инструкцией разбирался, я потом не достанем. Ну, памятный снимок вот здесь обычно классно мы делаем на фоне. Вообще. Благодарим вас за участие. Спасибо. Поздравляем еще раз. Просто. Спасибо. И можем двигаться. Алло. Посмотрели весь город. Да. Спасибо. Все, пожалуйста. Спасибо, ребята. Всего доброго. Удачи. Вам тоже. Спасибо. Удачи. Стаканы не бросаем, если они нет, пустые. Не бросаем. Нет, даем пустые. Полет понравился. А мои в общее дело не поставят печать. Прибыл и потом занеси в материальные. Вот. Спасибо. Там ну, графья. Положено, да? Да, положено. Это уже все. Это графское дело. Видите, какое? Вот такое графское. И поставили. И спасибо. Это ваша обязанность. И! Ну что? Ну что ты, Сань? И! А зачем ты и говоришь? Потому что кидать надо, а ты качаешь. Я сразу и кинул. А ты не поддержал. Достаем.